Проспасская Лутавинова, музейный комплекс писателя Ивана Сергеевича Тургенева снимут фильм, который в последующем будет представлен на международном театральном марафоне. Рассказчиками его будут дети. Идея пришла Орловчанину, преподавателю детской театрально-музыкальной студии национального искусства. Его воспитанники не раз выступали на сцене в самом Спасском Лутавинова. 29 июня представляли спектакль «И вот он, Бежен Луг». Зрителями были участники Всероссийского Тургеневского праздника. Идея провести театральную мастерскую здесь, с местными детишками, потому что это отчасти могло бы внести, может внести в колорит, именно тот самый неповторяемый нигде русский колорит, который присутствовал в произведениях Ивана Сергеевича Тургенева. С 8 по 12 июля преподаватели карнавальной мозаики начали заниматься с учащимися Мценской и Спасско-Лутавиновской школы. Пока учат их правильному произношению и скороговорению. Мама объяснила, что есть такая студия, как бы мастер-класс. И он проходит в понедельник, и мы пошли заниматься. Он был наш земляк, знаменитый писатель. Он написал много произведений. Я хочу получить новые знакомства, новые какие-то общения, что-то новое, интересное именно из театра. Ну, здесь интересно. У нас детки все и поют, и танцуют, и играют. И, соответственно, ну, естественно, говорят, да, правильно. Поэтому как бы вот такая идея у нас и сохраняется. У нас песни, танцы народов мира, да, то есть не только мы русскую как бы культуру, да, но у нас и детки поют на 8 языках, танцуют вот национальные танцы. У нас в одном вот произведении, как же Сергей Николаевич озвучил, и вот он «Бежен Луг», у нас звучат и немецкие песенки, и у нас есть шотландский танец, у нас есть, соответственно, итальянская песенка, итальянский танец. В пятницу – последний день работы летней театральной мастерской. Дети выйдут на сцену в качестве участников спектакля по произведению Ивана Сергеевича Тургенева. Сергей Сергеев, Виктория Юркова, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».